Молодежь Ненецкого округа не только активно участвует в выборах, но и со школьной скамьи постигает основы выборного процесса. Третий год подряд на Ринмаре проводится окружная олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу. Количество участников неизменно растет, а некоторые принимают участие в олимпиаде не первый год и показывают блестящие результаты. Виктория Новоселова, ученица 10 класса школы номер 3, участвовала в олимпиаде впервые, но во второй тур вошла триумфально. Оргкомитет оценил блестящее написание эссе на тему «Молодежь в политике. Есть ли перспективы?» на целых 120 баллов. На его написание ушло 3 дня, на тщательную подготовку ко второму туру – 3 недели. К интеллектуальной битве Вику готовила учитель истории Галина Головешкина. Олимпиада по избирательному праву для Виктории не просто шанс проверить знания, но и подготовка к поступлению. В планах девушки поступить на юридический факультет. Думаю, да, безусловно, поможет. Законодательство в любом случае нужно сдать, и мы все равно будем в будущем избирать также и можем быть избранными. Всего же в первый тур олимпиады заявилось 70 человек. Во второй компетентное жюри пропустило 10. Как шутила комиссия, конкурс был 7 человек на место. На втором этапе участники решали творческие задачи на применение избирательного права и тестовое задание с вариантами ответов. Последним боем стало устное сообщение на заданную тему. Как отметила секретарь избирательной комиссии Ненецкого округа Лариса Свиридова, подготовка у ребят была более чем серьезная. В сильнейшей конкуренции победителем олимпиады стала Алина Безумова, уже 3-кратная участница олимпиады, ученица 11 класса школы номер 3. Алина настолько удивительный, я бы сказала, человек, что, несмотря на свой молодой и юный возраст, она участником у нас является не просто вот нашей окружной олимпиады, она участвовала в дистанционной олимпиаде Центральной избирательной комиссии, которая проведена была совершенно недавно. Она получила сертификат участника, ее работа была отмечена. И я хочу сказать о том, что она сожалеет о том, что ей на следующий год нужно будет выпускаться, и она не сможет уже участвовать. Второе место заняла Кристина Угрюмова, 11-классница из 3-й школы, а 3-й стала Виктория Новоселова. Награждение победителей пройдет в конце апреля. На одной площадке соберутся ребята, которые принимали участие в различных мероприятиях, связанных с выборами. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, телеканал «Север».